кино. Почему-то все задают этот вопрос. Ну, это интересно. Так, сейчас объясню. Молодая группа, которая только что собралась, еще не очень представляет, чем она будет заниматься. Ну, это представляет, ну как, это все всегда. Угу. Вот, поэтому, например, собирается группа и придумывает название «Хулиганы», угу, скажем. А потом выясняется, что музыка получается... Благопристойная. Да, вполне благопристойная или какая-нибудь, что это такое-нибудь. Это название не совпадает. Угу. Соответственно, название надо брать максимально размытое, абстрактное. Угу. Вот. Ну и какое-то запоминающееся. Вот, и когда мы брали это название, я исходил из того, что слово «кино» употребляется в языке, висит там на кинотеатрах очень часто. Вот, и оно, его нужно толковать, его даже нельзя толковать. Короче говоря, я чувствую, что мне есть что... Что какая-то идея, вот, или тень идеи появилась в голове, то вот тогда появляется песня, но... Я не знаю, когда это произойдет, я не знаю, что именно меня на наталкивает. Проблемы того, где можно, кто ест лучше, кто живет лучше, кто у кого квартира лучше, у кого денег больше. Меня это не интересует, меня интересует, какой человек. Хоть мы вместе год, и мы тонем, хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой видит потолок троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Троллейбусе, который идет на восток. Звезда мы.
проблемы. Moi je n'ai qu'un but, en URSS comme en France, c'est être ami avec ceux qui écoutent. Ce qui compte, c'est les problèmes intérieurs à l'homme, pas seulement les systèmes politiques qu'on peut toujours critiquer. L'essentiel pour moi, c'est la communication. Это быстро прошло, ты хотел быть один, но не смог быть один. Твоя душа легка, но не веет рука, и ты встречаешь рассвет за икрой дурака. Становится страшно, что-то.